Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать дизайн Хэллоуина. Я уже сделала маникюр, нанесла базовое покрытие и наношу первый слой гель-лака. Это ярко-оранжевый цвет. Он на камере, конечно, смотрится немного красным, но в жизни он ярко-оранжевый. Запечатываем торец и сушим в LED-лампе одну минуту. Затем я наношу второй слой. Вторым слоем мы уже можем ближе кутикуле прокрашивать наш цвет и наносить его немножко гуще, если это требуется. Не забудьте снова запечатать торец и сушим в лампе одну минуту. Затем я беру черную гель-краску, я использую Go Color от NSI, провожу прямую линию и две более короткие по бокам. Затем я соединяю их между собой с помощью дуг. Это очень важно, проводить не прямые линии, а немножечко вогнутые, как будто бы незаконченные буквы S. Также старайтесь, чтобы они были симметричными с двух сторон. Если какая-то линия слишком тонкой получилась, ее можно обвести снова. Затем сушим в диодной лампе одну минуту. И покрываем верхним покрытием. От кутикулы до свободного края запечатываем торец. И снова сушим в диодной лампе, снимаем липкий слой, и наша лунка в виде паутинки готова. Теперь делаем большую паутину. В левом нижнем углу делаем круг и проводим прямые линии по направлению к центру. Это очень важно. Здесь не может быть никаких параллельных линий. Они все должны сходиться в одну точку. И первая сетка паутины, она состоит практически из прямых линий. Затем мы их также начинаем потихоньку соединять между собой с помощью вогнутых дуг. Советую отступить от первого до второго круга побольше, а затем можно этот промежуток уменьшить. Не бойтесь, если у вас какие-то линии получатся толще, какие-то тоньше. В настоящих паутинках они тоже не всегда получаются идеально одинаковыми. Главное, чтобы каждый круг был крупнее предыдущего. Когда вы закончили рисовать паутину, мы сушим ее в LED-лампе одну минуту. Теперь давайте ее украшать. Я беру серебряный гель, я использую Secrets от NSI и обвожу нашу паутину. Конечно, мы могли взять серебряный цвет и сразу им рисовать по оранжевому, но в этом случае паутина выглядела бы очень бледной, не такой яркой. А когда есть черная подложка, серебряный цвет выглядит намного интереснее и выигрышнее. Обводим каждую линию, не страшно, если она получится чуть шире. Сушим в диодной лампе и теперь рисуем паучка. Сначала делаем тельце, затем голову, одну пару рук, которые смотрят вверх, и 6 ножек, которые смотрят вниз. Не забывайте про угол в ножках, тогда он будет похож на паука. Сушим в диодной лампе одну минуту и перекрываем топом. Запечатываем торец и снимаем липкий слой. И теперь наш паучок готов. Ну а вот так вот выглядит финальный вариант моего дизайна к Хэллоуину.